под гитару у костра, вокруг друзья, на мангале жарятся шашлыки. Повсюду разложены палатки. На бардовском фестивале в Ломах все традиционно, по-домашнему. На протяжении предыдущих 13 лет фестиваль посещали гости со всей страны. Впрочем, и этот год не стал исключением. Организаторы слета пригласили известных исполнителей авторской песни со всей поющей России. Роман Ланкин, Павел Пиковский, Екатерина Болдырева, ансамбль «Баум на 33», ансамбль «Витаминки», «Настроение» и другие исполнители бардовской песни. На фестивале со сцен и палаточных лагерей отовсюду звучит музыка разных стилей и жанров. Кто-то подыгрывает на гитаре, а кто-то использует в аккомпанементе скрипку, как, например, группа «Своя философия». Ее участники не только отличаются выбором инструментов, но и разнообразием авторских песен. Ну, наша песня, собственно, обо всем, в основном, конечно, о жизни, о любви, о том, что с нами происходит в повседневной жизни, вот, о том, как нам хотелось бы, чтобы этот мир был устроен. Вот это все переплетается. Мы стараемся, чтобы, даже если есть какая-то грусть в песнях, чтобы обязательно в конце был какой-то позитив. Моноспектакль под гитару. Так можно охарактеризовать авторский дуэт под гитару братьев Андрея и Олега Будариных из Тольятти. Мы считаем этот фестиваль один из самых наших любимых. Мы сюда стараемся всегда приезжать, если есть время, возможности. Просто для того, чтобы пообщаться с нашими хорошими друзьями из Сызрани, из Ульяновска. У нас из Пензы. Из Пензы сюда приезжают. Очень много друзей, которых встречаем вот здесь, вот и здесь мы с ними общаемся. Настоящим открытием для гостей Ломов стало выступление Павла Пиковского. Гитару он взял в руки, когда учился в 5 классе. Жил 5 лет в Петербурге, некоторое время работал в цирковом хоре на теплоходе, который перевозил экскурсантов по островам и городам Карелии. По его признанию, эти годы жизни в Питере заменили ему годы учебы в консерватории. Лети, лети, лепесток, свою дорогу люби, люби свой Дальний Восток, люби Урал и Сибирь, лети во тьму и на свет, туда, где нас больше нет. Его творчество – это как необыкновенное блюдо, которое становится вашим любимым после первой ложки. Сервируется и подается это вкусным голосом, поделился своими впечатлениями от выступления Павла глава региона Сергей Морозов. В Рио губернатор успел не только проверить, как организованы основные вопросы жизнеобеспечения палаточного лагеря, но и насладиться песнями в исполнении авторов произведений. Повсюду звучало разноголосое пение бардов, слышались беседы старых друзей, треск костра. Звон гитарных струн еще долго не смолкал на площадке феста, и так почти до самого утра. Дарья Круглова, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.